Всем опять привет. Значит, мы в предыдущем видео показали, как мы наносили масло с пальцем руби, замешали его. Значит, замешали в ведре отдельно два компонента, нанесли спатели на смоченную, на смоченный пол, пол у нас портой штучной ясеньки по коляскивичи. Значит, масло немного осело, сейчас поставлю пар, и машину методом это все натираем. Это не последний натир, еще будет холодильничество у нас. Это будут себе дома сами делать, можете посмотреть, как это получается. У профессионального паркетчика, у него опыт очень большой уже. У этого мастера, у других мастеров профессионалов, поэтому... Видите, машинка в углу не доходит. Машинка в углу не доходит, у вас потом отдельно будет уже вчера. Вот профессиональная техника для паркетных работ. Какая стоимость такой машины? И сколько новая стоит должна? А? Сколько новая такая стоит? Ну, примерно. 2000 рублей. Вот, видите, вот. Вы работаете с хорошими машинами. Поэтому это все входит в стоимость. Это не китаец. Это не китаец. Это шлемик? Да. Это шлемик. Видел на семинарах, на всей компании «Усон», на всех семинарах своих предлагают мастерам обладать такими машинами, вообще оборудованием. Вот, применять, использовать спатели и всю другую атрибутику для паркетных работ. Дальше, следующими видеороликами будем дальше показывать, как мы делаем.